Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Управление, ускоритель. Так, кубки. Подожди, команда. Команда, как всегда, молчит. Маневр 400. Так, баги для песка, проедь в горах приключения. Ну что, 13 тысяч кубков, пойдем сегодня брать. Так, спойлер. Для баги спойлер. Не вижу, ребята, смысла в этом. Ну что, Гран-при каньон. Автомобиль пускай пока этот будет, но мы поменяем вид. Вид нашего или нашей гонщицы. О! Нормально, зомби-лепрекон. Прикольно выглядишь, зомби-лепрекон. Погнали. Ого! А, ну понятно. Старые песни о главном. О главном. На попрыгушках. Вопрос у меня возникает. Как этот хмырь Фриц, действительно Фриц Фраер, смог там перепрыгнуть лучше, чем я? Ну как? А этот сразу начинается попрыгулик. О, дурина. Просто дурила деревянная. Чувак, хорошо там подлетел. Нормально, мне понравилось. Давай дальше в таком же духе, все будет ништяк. Все будет прям как я люблю. Так, лишь бы я залетел сюда. Ведь можно не залететь. Так, здесь лучше не набирать скорость. Чего? Иди ты в пень. Протрузия. Протогра. Иди он к проктологу сходи, протогра. Проверься, так сказать. А этот все, ребят, не угомонится, а? Ты видел, как чувак там перевернулся круто? Ну че ты там, хмырь? На своих прыгунках, блин. Ай-яй-яй-яй-яй, догоняет. Неужели он все-таки нас обдурит, а, ребят? Нет, не вышло у него. Сморчок недобитый. Все у нас получилось великолепно. Блин, круто смотрится, да? Скин. Скин на чудовище это был. Так, ну что, у нас кубок скалистая дорога. Я думаю... Я думаю, что я пока, наверное, оставлю как есть. Так, тут, наверное, докупим маленько. На что хватит финансов. Вот и все. А пока поеду, да, опять же на раллином авто. Хотя эти горы я ненавижу. Кто там? Фуденсиу какой-то. Слушай, ну это я в воздухе, ребят, в прыжке просто хорошо там дрифтанул, так скажем, да? Да, и это мне очень круто помогло. Что там мы нормально так поддали газочку. Вот здесь бы было бы еще хорошо тоже поддать бы газку. Но тут хмырь болотный, ребят. Ты посмотри, он достал. Прям по пятам лезет. Я! Yeah. Дрищ! Фуденсию этот. Ничего у него не получилось. Пытался, ребят, но у него ничего не получилось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, надо вниз. Так, вот здесь главное, ребят, не застрять. Есть. А он застрял. Хе-хе-хей. А он застрял. Ну, как бы не застрял, но задержался он на этих камнях, поэтому, ребят, я первым-то и приехал. Оу, сельский кубок. Слушай, сельский кубок, наверное, можно попробовать и на байке.
Посмотрим, насколько маслкар круче байка моего. Да ну, ребят, это вне конкуренции. Просто как стоячего. Шварк-шварк и все, да? Бам-бам, чок-чок и все. Ой. Ну вот такие, если дальше буду крутасы делать, то конечно, ребят. Да что ж тебя расколбашивает-то так? Давай нормально только. Нет. Да, ребят, ну это пипец полный, блин. Че он там начал творять, блин? Вот я, знаешь, что заметил? Вот он как только куда-нибудь врезается, очень такое, да? Все, он теряет скорость. Да, он теряет скорость, если он только во что-нибудь серьезное. Блин! Вот это было тупизма первой категории, ребят. Подпрыгнул и завис. Ё-моё, что я сделал? Рэй, ты нормальный? Ты нормальный, блин? На байке. Да. Была надежда, но сплыла. Хотя ехал первым. Тут тоже кто-то на этом решил, что ли, выехать. Я не буду, ребят, тут слишком сильно газовать. Вот так вот, аккуратненько. Тише едешь, дальше будешь. Верна пословица же. Или что это, поговорка у нас? Нет, есть момент, где можно, да, немножко ускориться? Ай, тупизм, конечно, был. Ну да ладно, ребята, по-скоростному. По-скоростному поедем на этой. На раллийном авто. Ну давай, 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 давай. Не попердывай там. Перелетит? Перелетит, блин. Не получилось у нее перелететь. Не хватило мощей. Не хватило затора. Но зато все равно первым приехали. Тут главное, ребят, приехать первым. А какие финты ты будешь выкручивать здесь, это уже... Ать! Ать! Да, для нас это прям как испытание какое-то было. Да неужели? Я уже думал, не долетим. Не, сложно ей вот на этой машине. Именно вот на этой трассе. По зимовке. Прям вообще как сложновато. Я там Hill Climb Racing, я смотрю там. Ой-ой-ой. Ау! Ну вставай на колеса-то. Молодец, красавчик. Это плохо. Я офигею, я еще и первым приехал. Прикинь, вот это да, вот это мастерство. Вот это Уилсон. Давай откроем сундук. Так, магнит, амортизатор прыжков. Писал мне в комментариях подписчик Рэй, а как прыгать на прыгунках? Если бы я знал, я тоже, ребята, очень долго пытался на этих прыгунках как-то научиться прыгать. И нифига у меня не получается, поэтому я тебе в этом вопросе помочь, к сожалению, не смогу. Или их нужно прокачивать, эти, ну, амортизаторы, чтобы они нормально... Это что сейчас было? У меня крыши-то нет, по-моему, да? Ч
Че это вообще сейчас было, я так и не понял. Куда тебя там в небеса-то поднесло-то? Так, я стал третьим. Ну, хотя бы уже не последний. А как он там, ты видел? А как он скорость-то там набрал такую дичайшую? Вот этот хмырь. Да-да-да-да-да, именно вот этот вот. И я так и не понял, ребята, как он там внизу, где-то в пещере ускорился. Куда ты мне перекидываешь-то? Так, миля в пустыне, что-то мне жрать захотелось, ребят. Целый день сегодня не ел, как проснулся с работы. Так и не ел. А время, извини меня, уже 10 час вечера. А с работы я пришел в 10 часов дня. Аж прям подсасывает. Ну что, я думаю, первое место тут нам обеспечено. Да? Фига тут понты такие. О-о-о-о-о-о-о-о. Тихо-тихо-тихо-тихо, родной. Да какое там, ты что делаешь, Рэй? Упс. Давай-давай-давай, радость моя. Давай сюда. Только не головой не ударься, пожалуйста. Есть. Всяких там Мустафы и тому подобное мы, ребята, обогнали. Песок в купальнике. Ну что, возьмем багги. По старой памяти ты. По старой памяти, по старой дружбе мы возьмем с тобой багги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я сейчас... Ну, мое излюбленное, ребят. Ну, не такое же, блин, излюбленное. Это ёпросете, блин, ну... Пипец, блин. С какого фига ты, блин, перевернулся-то и встать не мог на колеса-то, а? Это кто? Ватрушка, блин. Я не признал-то вначале, думаю, что за тачка-то едет? Так, по-моему, тут еще будут домики, если я что-то не путаю, ребят. Вот что-то не кажется, что это маслкар этот? Ну нафиг так высоко-то подлетать, ну ядрен, матрен, но... Ну тупизм вот этот вот, взлетел он в поднебесную, нафига? Ты заколебал, а? Своим дурацким... Ой-ой-ой-ой-ой. Все знали, что ли, что так будет, да? Да давай ты, блин! Есть. Вторым. Фига себе скин. Первый раз такой скин вижу. Кубок, блин, Федерации. Кубок Федерации. Ну что, давай попробуем на маслкаре там прокатиться. Вообще, какие детали. А, у нас вон что. Попробуем, ребят. Давай, 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 вытягивай. Там кто, багги, что ли, впереди? Да, ну нам, конечно, в прыгучести, если с багги-то сравниваться. Ну, так вяленько, но обогнали.
Ауч. Зачем так надо было? Надо плавнее приземляться-то. Ну, не знаю, ребята, у меня какое-то двоякое вот ощущение по поводу этой машинки. Muscle Car. Вроде бы как должна быть гоночная, но что-то вот она себя ведет пока, ну... Непонятно как, ребят. Вроде выжимает все, что надо, но... Напоминает она мне чем-то... Что-то от чудовища есть. Или от чудища, как там? Чудовище-чудище. Вот что-то есть, вот это вот, наверное, неповоротливость, наверное, скорее всего. Какая-то грубая такая она машина. Ну, кактусы ей вообще по барабану. Просто на изи прошли эти кактусы. Так, вот ну, на восхитительных диверсиях тут спору нет, ребят. Только лишь раллийные авто. Ну, по крайней мере, для меня. Я... Ну, Muscle Car... Вот сколько я смотрю, уже сколько играю. Ну, везде ее любят вот втыкать. Везде, ребят. Все, чувак да выпендривался. Так, ладно, мы приехали вторым. Давай смотреть дальше. Пока все не очень хорошо, ребят. Но он тоже едет аккуратно, я смотрю. Тоже вдупляет, где что нужно сделать. Так, ну у нас 4 балла, у него 3. Так, он там понизу поехал, да, я так понимаю? Нет. Ауч, я не пойду поверху, не хочу. Ну вот и все, я его обставил. Я его, ребята, обставил. Кубок, городская вода. Слушай, давай попробуем. Ну, на этой мы обычно проходили, по-моему, кубок, городская вода. Если что, не путаю. Фига себе, спорткар, да еще на этих, на ускорителях. Дорогого стоит. Он что, думает, что у него ускоритель вечный, что ли, не пойму? Просто без остановки жмет. Или там слишком большой бензин, ну, горючий для бензина, что он может себе позволить просто не отключать его. А я это помню прикол. Только поздно я вспомнил о нем. Давай. Дожимаем, есть контакт. Ну что, последняя гоночка у нас сегодня. Давай сразу в воду. Блинский. Да, на подъеме всегда плохо. Не успел. Костлявый не успел за мной угнаться. Так, мистический кубок. Опять же, ребят, переключаемся на нашу раллийную автушку. Тут старая песня о главном. Все уже прекрасно помнят, уже трасса заюзана до дыр. Ах ты, пройдоха. Как же ты так умудрился-то, а? Как он так влетит-то идеальненько, ребят? И пофиг, главное, не врезается ни во что.
Не, я понимаю, что у него там колеса, все дела. Смотри, смотри, что вытворяет. Иди ты в пень. Худ, опять этот худ здесь. Неверхуд. Помнишь такую игру, Неверхуд? Пластилиновая игра-то была в свое время. Я просто хочу посмотреть, как он здесь будет. Ты смотри, что, а? Сакуратничал все-таки, подонок. Но главное, худо этого не пропустите все, ребят. А, у нас еще... А, сейчас, кстати, спуски вниз будут. И, кстати, заметь, у него машина едет. Ну, я имею в виду вот эту вот. Ее даже не мотыляет. Заметил? Ее просто не мотыляет. Так, теперь по низинам. Нет, тут мы его вздрючили, друзья мои. Тут мы его вздрючили. Фух, это было круто. Кубок ледника у нас последняя гонка. Менять я ничего не буду. Да блин. Вот не успел ускорение взять и все. Они все на крыльях, правильно? Поэтому они летят дольше и дальше. А что это с пареньком-то? Что это у него там? Не срослось-то все, а, друзья мои? Вот это что сейчас было? Вот это что было? Как он там, извини меня, понизу ехал, блин, и обогнал? Ну что это, ребят? Ну... Игра начинает тут выдумывать свои правила, блин, просто-напросто. Ну вот и все, здесь мы, ребят, фавориты. Мы успели, как говорится, заехать первыми. Куда там еду, ничего не видно из этого тумана, снеги, вьюги, пурги. Ну почему? А, ну видимо у него первое место было 3 балла, да, а второе 2 балла. Поэтому он получил 5. А я приехал третьим на первом загоне. Все, я понял, ребят. Первый снег. Первый снег, первый снег. Это много или мало? Первый снег, начинаем все. Да ты оборзел, что ли? Сначала. Что-то я смотрю в последнее время. Может, с вертушкой что сделали, а? Может, ее как-то пофиксили? Что-то она уж больно хорошо начала ездить, я смотрю. Не мотыляет, а посмотри. Он на монетном ускорителе плюс... Ну еще этому хлыщу проиграл. Ну ё-моё, блин. Я не понимаю, как это делается. Ты едешь первым, и тут на тебе. Под конец ты начинаешь фейлиться. С какого перепуга, блин? Я ничего не меняю, абсолютно, ребят, ничего не меняю. Все по старой схеме. Ну, схема не работает. В первой гонке она работает, на второй гонке она уже не работает. Как это объяснишь ты мне? Я сам не знаю. И вряд ли мне кто-то что-то тут объяснит. Чистый рандом. Так, о, мое любимое испытание на спусках. В плане, это что сейчас было? Почему не доехали-то? О, маневр сделали. Прикинь, я не могу этого хмыря догнать на байке. Так, ну что, смотрим второй. Я знаю, что на последнем ему... Ой, как не сладко будет. Вот
Вот это как называется? Называется выпендреж был только что. Ну, он, видимо, там докувыркался где-то. Его там распластало просто по черноку. Ну вот и все. Кто тут главный? Конечно же я, ребят. Так, а нам надо еще сделать одну гонку. Или все-таки не надо? Надо. И это у нас райская бухта. Можно было бы, конечно, поехать на байке. Ой, на байке, на баге. Но я уже решил на ролике шпарить. Да я вижу, что там хлыщ недоделанный, как это шпарит сзади меня. Ну, ты видишь, этот хлыщ оказался слабачком, ребят. Хотя, фиг его знает, может еще где-нибудь успеет нагнать меня. Но это маловероятно, конечно. Тут одна гонка, вообще шикарная. Вот я и дома. Все, поехали, капитан. Что, друзья мои, и требовалось доказать. Так, 30 самоцветов забрал. Шапка шахтера, у меня такой шапки нету. И не будет. Я забыл поздороваться, блин. Твою налево. Так, ну что, ребята, на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.